Софии, мне 6 лет. Я очень люблю эксперименты. Надеюсь, вы когда-то слышали о такой лампе. Лава-лампа называется. И сегодня я хочу научить вас делать лаву-лампу своими собственными руками. Нам понадобится пищевой краситель, любая шипучая таблетка и растительное масло. Начнем. Наливаем пищевой краситель в банку. Аккуратно, чтобы не разлить, не то разольешь и будет потоп. Теперь наливаем растительного масла. Смотрите, там внизу какое-то чудо творится. А теперь кидаем туда шипучую таблетку. Посмотрите, как круто шипит там. Пузырьки какие-то идут. Вот как красиво. Надеюсь, вам это чудо видно. Чудо-юдо. Наверх что-то всплывают эти пузыри. А еще можно на выключить свет и светим на лаву-лампу фонариком. Вы тоже видите это чудо? Нереально круто вообще. Внутри там то же самое происходит. Скоро действие уже выйдет. Ну, жалко. Надеюсь, вам понравилось. С вами была София. Увидимся. Пока.